Я прошу этот материал расценивать как мое официальное обращение к генеральному прокурору нашей страны. Ну а те, кто потом захочет обвинять меня в клевете, прошу не отрезать вот эту главную часть, что все, о чем я сейчас говорю, это мое официальное, имею полное право как журналист. Ну это право еще журналистов осталось, слава богу, и мы им еще не раз воспользуемся. Право, которое нам дает наша профессия. Я прошу генерального прокурора официально сообщить мне и моим зрителям, правда то, о чем я сейчас скажу. Пока что это моя гипотеза. Или неправда? Неужели такое и такое возможно сегодня в нашей стране? Есть предположение о насильственном помещении в психиатрическую больницу, в клинику. В народе такие клиники называют дуркой. 13-летней девочки, вопреки желанию самого ребенка, это ясное дело, и, внимание, вопреки желанию ее родителей. И все это произошло в России, потому что школьница, 13 лет девочки, случайно выпила неправильное лекарство. Врачи признают, что ни в какой психиатрической клинике она же дурка, нет никакой необходимости, но ссылаются, что страшно, на предписание Минздрава. И так в стране создается, кажется, новый чудовищный прецедент. И это уже не эксцесс исполнителя, это трактовка документов. Вот когда вся страна должна подняться на защиту наших детей, ибо, если такое возможно с девочкой, о чем мы сейчас будем говорить, называя все и всех по именам, значит, это можно сделать с каждым ребенком. Еще раз, девчонка случайно выпила не то лекарство. Она не сошла с ума. Она не умирает. Она не нуждается в помощи психиатров конкретно. Токсикологи – другое дело, но это сейчас будем говорить. Но ее поместили в психиатрическую клинику закрытого типа. Мы все понимаем, что это за клиника такая и что там на окнах. Какие конструкции? Я обращаюсь к генеральному прокурору. Я прошу всей стране сказать, неужели и это стало у нас возможно? С чего вдруг? Это не насильное лишение человека, ребенка, свободы? Это тяжелая статья, уголовное преступление. Там больше 10 лет тюрьмы за насильное лишение свободы. О том, что произошло, продолжение разговора прямо сейчас на официальном канале платформы Караулова. Все, у кого есть дети, я все-таки прошу услышать. Я не рискую какие-то вещи, даже обращаясь к генеральному прокурору, говорить на YouTube. Это все-таки американская площадка. Я на отечественной площадке, на своей платформе, на официальном канале сейчас продолжу этот жуткий рассказ.